Здравствуйте. Представляем котел на 600 литров пароводяной. Кран слива ДУ-50. Кран слива. Это кран подачи, это кран уровня. То есть сюда будет подаваться вода, в этот кран. Сюда у нас вода будет выходить. То есть открываем краны. Уровень пошел. То есть сюда, значит, подается, сюда у нас выходит. Крышка открывается на петлях, на завесах. Мешалка с опасными скребками. Внизу пятак стоит. Здесь группа безопасности, вакуумно-аварийный клапан. Мощность получается 28 кВт. То есть включаем сетевую кнопку, не будет воды, зарится авария, и терморегулятор температуру контролирует температуру продукта. И каждый блок получается по 7 кВт. То есть получается 7, 14, 21, 28. Это тарм для работы по времени. Сейчас за 10 секунд. И мешалка. Мешалка получается с... То есть таймер отработал. Регулируем, то есть либо быстрее, либо в одну сторону, либо в другую. Ну, у нас работает сы. Вот так. Так, сейчас, значит, дожидаемся точной струи пара. Прикрываем воронку, чтобы задать давление в рубашке котла. Сейчас мешалка работает. Сейчас, значит, давление поднимается, стоит верхний предел, у нас стоит, значит, 0,4, нижний предел 0,2 атмосферы. Ну и терморегулятор, то есть контроль температуры продукта. Там варен у нас датчик в стенку котла варен, дно плоское. Ножки у нас на вибропорах регулируются, то есть это транспортировочные болты. То есть поднимается давление. Ну, значит, облицовка у нас единица толстостенная. То сейчас давление поднимется до 0,4 и котел отключится. То есть, ну, сейчас индикация идет, то есть и сигнализирует, что как бы все нормально, то есть процесс нагрева, то есть все тены как бы греют. То есть как только, ну, мы выставляем предел 0,4, то есть аварийный стоит и вакуумный клапан для контроля, то есть если это... Сейчас 0,4, все разомкнулось, все, нагрева как бы нет. То есть сейчас, пока мисс не упадет на 0,2, котел не включится в работу. То есть это мы можем сделать принудительно. То есть давление, сейчас индикации нету на тенах. То есть давление падает, но это все будет происходить автоматически. То есть включилось, все, пошел дальше как бы нагрев. То есть прикрываем. То есть как бы все с этим разобрались. Все, бросили давление. И все, котел готов к работе.